Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире «Международная панорама» и я, Даниил Богатырев. Пожалуй, основной сенсацией прошедшей недели стало появление на международной арене нового военно-политического блока. США, Великобритания и Австралия в среду 15 сентября создали оборонный альянс AUKUS от английских аббревиатур названий Australia, United Kingdom и United States. Его появление было скреплено совместной видеоконференцией лидеров трех стран. Из предыдущих многочисленных ремарок официальных лиц трех стран следует, что основной угрозой в регионе они считают Китай. При этом премьер Великобритании Борис Джонсон в четверг в парламенте настаивал, что противодействие Пекину не является целью альянса. Считаю важным пояснить Палате общин, что партнерство AUKUS не задумывалось в целях противостояния какой-либо другой стране, ответил он на вопрос, является ли создание союза ответом на усиление военной мощи Китая. Однако Китай видит в созданном союзе угрозу. Представитель посольства КНР в США призвал участников Тройственного пакта избавиться от менталитета времен Холодной войны и идеологических предрассудков. Вообще, заявления о необходимости избавиться от менталитета времен Холодной войны, периодически звучащие от разных сторон геополитического противостояния, выглядят особенно иронично, учитывая то, что новая Холодная война уже идет вовсю. Не признавая ее, политики настоящего словно демонстрируют свое малодушие по сравнению с лидерами прошлого. В конце концов, глупо призывать воздерживаться от войны и соблюдать нормы мирного общежития в то время, когда вокруг тебя вовсю рвутся снаряды. В данном случае снаряды информационные, санкционные и гибридные. Впрочем, мы слегка отвлеклись от темы. Первым крупным проектом нового альянса AUKUS станет оснащение австралийского флота атомными подводными лодками. В ближайшие полтора года три страны должны будут определить, как лучше будет реализовать этот проект. Построить субмарины правительство Австралии намерено в Аделаиде в тесном партнерстве с США и Великобританией. Объявление о том, что строить подводки для Австралии будут США и Великобритания, вызвало бурю негодования во Франции. Именно она в 2016 году выиграла австралийский тендер на строительство подводок стоимостью 38,5 миллиардов долларов. Подводки французской сборки должны были заменить построенные в 90-е субмарины класса «Коллинз». Как отмечает издание Bloomberg, за прошедшее время стоимость контракта на 12 подводок возросла до 66 миллиардов долларов. Теперь от этого контракта австралийцы откажутся. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал создание AUKUS ударом в спину. В совместном заявлении министра вооруженных сил Флоренс Парли и Ле Дриана говорится, что решение США приводит к исключению европейского союзника в лице Франции из важнейшего партнерства с Австралией. Франция сразу же призвала Европу выработать курс стратегической автономии с меньшей опорой на американские технологии и вооруженные силы. Вышеописанные события демонстрируют нам две важных тенденции современных международных отношений, диалектически связанные друг с другом. Первая из них – новая холодная война, то есть геополитическое противостояние, в котором США и их союзники оппонируют Китаю и России. И если для сдерживания России в Восточной Европе давно существует блок НАТО, то сейчас Вашингтон создал его аналог в Юго-Восточной Азии для противодействия Китаю. Вероятно, в ближайшие годы США попытаются вовлечь в этот альянс конфликтующие с Китаем страны региона. В первую очередь Индию. Однако тут дает о себе знать вторая тенденция – ослабление американского влияния на международной арене со сменой системы международных отношений с однополярной на многополярную. Ее результатом становится то, что, расширяя театры геополитического противостояния с оппонентами, США утрачивают влияние на старых союзников и сателлитов. Именно это мы наблюдаем в случае с Францией, которая уже угрожает вернуться к идее создания единой европейской армии вместо НАТО.
Если эта идея будет реализована, геополитическому доминированию США в Западной Европе может прийти конец. А сейчас с нами на связи Руслан Бортник, директор Украинского института политики. Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте, Даниил. Ну вот такая нашумевшая тема — создание этого альянса AUKUS. И первое, что хотелось бы спросить по этому поводу, это то, как же данный альянс может на практике противодействовать Китаю. Что будут делать австралийцы, американцы и британцы? Возможно, они будут проводить какие-то учения у берегов Китая, возможно, будут налаживать какое-то взаимодействие с Тайванем, с другими конфликтующими с Китаем странами. Как вы считаете? Ну, во-первых, действительно, Австралия сегодня наиболее удобный партнер для США и Британии в части противостояния с Китаем и контроля ситуации в Тихоокеанском регионе. Ведь Тайвань не способен, Южная Корея, Япония в силу своего менталитета тоже, и из таких нормальных, серьезных стран, которые могут быть точкой опоры новой американской политики в регионе, по большому счету остается только Австралия. И понятно, почему решили сделать ставку именно на эту страну, но для меня интересно то, что Австралию, например, не включают в НАТО или, скажем так, не формируют какую-то отдельную рамку для этого сотрудничества, по большому счету, а просто создают такой трехсторонний союз, который вот должен реализовывать интересы не столько Австралии, у которой традиционно плохие отношения с Китаем, и не последние годы обострились, сколько США в первую очередь и Британии во вторую очередь. Скорее всего, США и Британия будут накачивать Австралию военными возможностями, ресурсами, не только это касается ядерных военных лодок, но и другими вооружениями. Этот подход означает возвращение или реновацию со стороны США старой известной никсоновской доктрины или гуамской доктрины, когда США делают ставку не на союзника, не на союзы, а на союзников, и США будут пытаться непосредственно не участвовать в конфликтах, но поддерживать союзников, своих союзников в этих конфликтах и гарантировать им ядерную безопасность. И это означает то, что США уходит в какой-то мере из Европы. Вот эта вся система западной международной безопасности, она сегодня перенастраивается из европейского театра действий, где США будут в большей мере поддерживать Германию, Британию, других союзников, на Тихоокеанский театр действий, где действительно ключевым партнером, конкурентом является Китай, и где как раз Тихоокеанская и Южно-Китайская вот эта зона, они являются критически важными для контроля над мировой торговлей, контроля над мировыми потоками ресурсов, ну и, соответственно, контроля над мировой политикой. Ну вот еще возникает такой вопрос, ведь наверняка же к этому союзу, к этому трехстороннему партнерству Соединенные Штаты попытаются привлекать и другие страны региона. Просто Австралию было привлечь легче всего, потому что она, понятное дело, и член британского содружества, и в целом англосаксонская, англоязычная страна. Вот. Но мне представляется очевидным, что, наверное, попытаются втянуть в этот союз Индию. Вот. И, возможно, еще какие-нибудь другие страны региона. Ну, вряд ли там формально будет участвовать Тайвань, но взаимодействие с ним наверняка будет налаживаться. Вот как вы считаете? Я думаю, что могут пытаться, но не обязательно. Все же, почему, скажем так, США отказывается от идеи больших союзов? Ими сложно управлять. А вот эта трехсторонняя структура, она позволяет очень эффективно, без лишнего шума, без лишней какой-то бюрократической волокиты и длительных согласований управлять военными ресурсами в регионе. Более того, многие страны в регионе, которые даже имеют проблемы с Китаем, они не хотят их углубления. И они будут избегать любых форматов прямой конфронтации с Китаем, а Китай оценивает вот этот AUKUS как вот Тихоокеанская НАТО, направленная непосредственно против Китая.
Это не первая попытка создать такие структуры в этом регионе. В свое время были похожие структуры в 70-х, 80-х годах, но они все же в большей мере были направлены тогда все же против интересов Советского Союза в Азии. Впервые создается что-то конкретное и военное, военно-политическое, конкретно против Китая, потому что мы понимаем, что интересы и возможности нынешней Российской Федерации в Тихоокеанском регионе очень ограничены. Тот же российский флот фактически уступает всем государствам, кроме малых государств этого региона, по своим возможностям. Поэтому это чисто военно-политическая антикитайская инициатива. Немногие страны, мне кажется, даже записные враги Китая или конкуренты, не будут особо спешить встраиваться в эту инициативу, кроме, там, возможно, Тайваня. Но нужен ли Тайвань? Возникает вопрос Британии и Австралии в этой инициативе, для примера. Все остальные не будут спешить, понимая, что это уже сегодня может обострить отношения с Китаем. А какие-то выгоды это союзничество военное и экономическое может дать только в будущем, потому что разворачивание военной инфраструктуры будет длиться много лет. А чем может ответить Китай на формирование вот этого союза? Есть ли у него какие-то адекватные военные возможности для того, чтобы, ну скажем, осуществлять постоянные беспокоящие действия и создавать проблемы для той же Австралии, для интересов Британии и США в регионе? Китай будет отвечать экономически какими-то ограничениями в отношении той же Австралии, которую в этом союзе делают просто наконечником копья. И этот союз вообще союз трех островов, я его называю, по большому счету. И Китай будет, я уверен, что интенсифицирует свои военные программы. То есть он еще попытается максимально ускорить строительство своего, прежде всего, военно-морского флота, усиление авиационных возможностей Китая. И, возможно, создание этого союза подтолкнет Китай к более скажем так, быстрому решению проблемы Тайваня. Понятно, что этот союз, хотя он и сегодня и создан, но пока лодки появятся, пройдет еще десятилетие. Но для Китая это знак того, что как только появятся лодки и дополнительное вооружение в этом регионе, его возможности военным путем или военно-политическим путем решить проблему Тайваня и другие проблемы уменьшатся или ситуация осложнится. Вот какое развитие событий я сегодня вот в этой части вижу. Конечно, ситуация в американо-французских отношениях от этого стала хуже. Более того, напомню вам, что Франция пострадала второй раз. Была еще история магистралей в свое время. Вот Франция постоянно платит за интересы американских, британских партнеров. Францию, безусловно, это раздражает, и общественное мнение Франции будет приобретать все более и более выраженные антибританские, антиамериканские черты. Но нынешнее руководство Франции – это такое руководство, которое глубоко интегрировано в глобальные либеральные элиты. Оно вряд ли пойдет на какое-то обострение, но эта ситуация, безусловно, будет сказываться на французских выборах в целом. Будет усиливать в целом европейский запрос общественного мнения на более независимую европейскую политику в части безопасности, обороны, в внешнюю политику. И так социология показывает европейская, что европейцы хотят находиться не с США или Британией, а между США, Британией и Россией и Китаем, сохранять нейтральную роль. Все это будет только усиливать эти тренды, все это будет усиливать, конечно, позиции евроскептиков, не евро, а американо-скептиков внутри стран Европейского Союза. Но вот для того, чтобы усиливать собственную независимость от Соединенных Штатов, все-таки Европе, ну, даже будем говорить не о ЕС, а о странах Западной Европы, как Германия, Франция, еще ряд государств, ей нужны собственные военно-политические возможности, потому что невозможно быть
независимым от США, когда, например, на территории Германии стоят американские войска, и она де-факто со времен Второй мировой войны еще остается оккупированной американцами. То есть вот для меня, наверное, таким знаковым шагом было бы создание той самой объединенной европейской армии, о которой вот вновь заговорили во Франции. Как вы считаете, насколько реалистична такая перспектива, ну, в течение, скажем, ближайших 5 лет? Мы не будем говорить, что вот прямо сразу, через пару месяцев создадут эти силы. Понятно, что этого не произойдет, но в перспективе хотя бы 5 лет. Я думаю, что это сегодня нереальная задача из-за разности целей и позиционирования между руководством Германии и Франции. Германия занимается только европейскими делами. Действительно, есть базы США на ее территории, которые гарантируют ей безопасность. Франция – это же геополитическое государство. Франция до сих пор имеет военное, политическое, административное присутствие в десятках стран мира. И это касается не только Африки, но и Америки, и других стран. Франции есть геополитические цели. Франция сохранилась как империя с глобальными интересами в какой-то мере. Но эту роль не готовы поддерживать в Германии. Поэтому я думаю, что Франция будет находиться со своими проблемами, решать свои проблемы самостоятельно, без особой поддержки Германии, которая будет находиться все-таки в рамках евроатлантического курса США, тем более после поддержки Байденом меркельской идеи «Северного потока-2». Франция вообще в этой ситуации получается крайне, ее интересы очень серьезно пострадали. И Мистрали, подводные лодки Австралии, параллельно Россия выдавливает Францию из Африки, из многих регионов. И все это в какой-то мере является следствием союза Франции и США, ориентации Франции на НАТО и на западных партнеров. Франция потенциально может стать новой жертвой, но в следующем политическом цикле смены политик, смены, скажем так, генерации политических лидеров, потому что французское руководство и французские элиты сегодня чудесно понимают, что это сотрудничество привело, в полной мере демонстрирует незащищенность французских интересов и игнорирование их со стороны больших, действительно глобальных игроков. Ну, в таком случае выглядит возврат к такой политике времен де Голля, то есть к выходу из НАТО, к опоре только на собственные силы. В принципе, у Франции есть достаточно серьезная армия, и ядерные силы Франции не подконтрольны командованию НАТО. То есть определенный базис уже есть, в отличие, скажем, от той же Германии. Вот, может быть, по этому пути все-таки Франция пойдет через какое-то время, если все так и будет продолжаться. Если американские партнеры будут продолжать, ну, грубо говоря, кидать французов. Да, вполне вероятно, что уже после следующих президентских выборов в следующем году начнется определенный разворот Франции. Тем более непонятно, что будет происходить с Германией. Я думаю, что в любом случае какое-то время германское руководство, немецкое руководство будет нефункциональным с точки зрения управления интересами Европейского Союза. Помешать Франции не сможет. И вполне возможно начнется разворот Франции, которая очень дорого платит за так называемое партнерство, в котором ее как партнера никто особо сегодня и не видит. Но это будет главная проблема, одна из главных проблем на президентских выборах. И все это дорого, конечно, обойдется Макрону. Ну что ж, спасибо вам за это интервью, спасибо. Руслан. В гостях у «Международной панорамы» был Руслан Бортник, директор Украинского института политики. Ну а Владимир Зеленский на этой неделе снова совершил вояж за границу. На сей раз для того, чтобы выступить на сессии Генассамблеи ООН. И хотя его поездка была неожиданно омрачена новостью о покушении на ближайшего соратника и советника, первого замглавы офиса президента Сергея Шефира, президент не стал возвращаться в Украину в экстренном порядке.
В начале своего выступления на Генассамблее украинский президент традиционно напомнил, что Украина – одна из государств-основателей организации, но сегодня основатели ООН были бы шокированы, увидев в теме Генассамблеи слова «обеспечить права всех народов». Они бы сказали: «А что же вы делали все эти 75 лет?» – подчеркнул президент. Ответ дал COVID-19. Мы играли в равенство и единство, где одно дело делить общие цели, другое – совместно делить вакцины. Все мы люди, все мы в одной лодке, но спасательные шлюпки первыми получат пассажиры первого класса, сказал Зеленский. По мнению Зеленского, мир провалил экзамен на единство в 20-летие Дурбанской декларации ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Сейчас, по его словам, орудием дискриминации стали лекарства. Гарантии, что в мире не будет новых вирусов, такие же «крепкие», в кавычках, как гарантии безопасности Будапештского меморандума, отметил Зеленский. Он подчеркнул, что Украина никогда не засыпала, потому что это сложно сделать под звуки выстрелов и взрывов на Донбассе 8-й год подряд. Почти 15 тысяч людей погибли в вооруженном конфликте. «Вот вам цена свободы и независимости», – сказал президент. Он предположил, что для того, чтобы оживить ООН, она должна стать более мобильной, члены организации должны встречаться там, где можно реально услышать, увидеть проблемы. «В мире тысячи горячих точек», – отметил Зеленский. «Если бы все, кто имеет влияние, искренне поддержали миролюбивые усилия мирового сообщества, сегодня на афганской земле не взрывались бы реактивные снаряды, автоматные очереди не терроризировали бы мирное население», – процитировал Зеленский первого президента Украины Леонида Кравчука. Он также сказал, что Украина продемонстрировала преданность основным принципам ООН, эвакуировав из Афганистана почти 700 граждан разных стран. Правда о скандальной истории с продажей украинского эвакуационного рейса богатым афганцам президент предпочел умолчать. По его словам, такую же преданность принципам продемонстрировали 46 государств, которые приняли участие в Крымской платформе. А то, что ООН проигнорировала площадку для решения проблем международного права и оккупации, это какие-то новые, никем не одобренные принципы. И если мы хотим оживить ООН, давайте вспомним, что здесь нет избранных, которых нельзя обижать, подчеркнул Зеленский. Он пригласил все страны ООН присоединиться к совместной декларации участников Крымской платформы, цитата, «осудив оккупацию и показав, что вы против силового изменения границ в мире». Зеленский подчеркнул, что сегодня никто в мире не может чувствовать себя в безопасности, никто не может спрятаться за международным правом, как за каменной стеной. Далее он по-русски процитировал отрывок из знаменитой мюнхенской речи Владимира Путина о том, что игнорирование международного права может привести к обрушению всей архитектуры международных отношений. По мнению Зеленского, лидерам государств не хватает смелости, потому что они действуют не как лидеры, а как политики, которые оставляют себе путь отхода. Он выразил уверенность, что Крымская платформа должна работать под эгидой ООН, и если у каждого народа будет действенная площадка, одобренная ООН, и будет решать проблемы 24/7, это оживит ООН. По словам украинского президента, основатели ООН не могли предположить, что механизм права вето в Совбезе станет инструментом, когда один может шантажировать всех. Наши уважаемые зрители могут спросить, зачем мы так подробно описываем выступление Зеленского на Генассамблее ООН, если оно все равно ничего не решает. А затем мы описываем, чтобы показать контраст между болезненно завышенной самооценкой украинских властей и реальным местом нашей страны в современном мире. Во время выступления Владимира Зеленского в зале присутствовало всего несколько десятков человек. Это отлично демонстрирует то, что амбициозные идеи руководства Украины, касающиеся ни много ни мало того, как переустроить ООН, а вместе с ней и весь мир, мало кого интересуют. Все потому, что сегодняшняя Украина – это слабое в экономическом и политическом отношении государство, окончательно растерявшее инвестиционную привлекательность.
В мире на нее смотрят как на проблему, от которой хочется отмахнуться. А президент в это время вместо решения внутренних проблем катается по заграницам и произносит пафосные речи. Уверен, что если бы не покушение на Сергея Шефіра, на несколько дней перебившее в украинском информационном пространстве все другие темы, то пиарщики Офиса президента еще пару недель кормили бы электорат баснями о головокружительном успехе визита Зеленского на Генассамблею ООН. Тем временем американское издание New York Times на этой неделе опубликовало шокирующие подробности убийства в ноябре прошлого года иранского ученого Мохсена Фахризаде, руководившего ядерной программой страны. Подтвердилась самая фантастическая версия. Ядерщика, будто по сценарию голливудского боевика, расстрелял из пулемета робот с искусственным интеллектом, управляемый через спутник. На ликвидацию ушло менее минуты. По данным New York Times, убийство физика организовала и провела израильская разведка Моссад с согласия американцев на самом высоком уровне. Содействие Моссаду оказывало ЦРУ. Иран сразу после убийства обвинил в ликвидации руководителя своей ядерной программы Израиль и США, но те отмалчивались. Детали расстрела ученого стали известны лишь сейчас и опубликованы в New York Times израильским историком спецслужб Ронином Бергманом. Ранее вышло интервью Йоси Коэна, директора Моссад, который в июне вышел в отставку. В нем он признался в причастности израильской разведки к убийству Фахризаде. Далее цитата. «Если человек представляет угрозу для граждан Израиля, то он должен прекратить существование». Для убийства использовался робот-пулемет, приведенный в действие дистанционно израильским снайпером по спутниковой связи. Это был дебютный тест высокотехнологичного компьютеризированного снайпера, оснащенного искусственным интеллектом и глазами с несколькими камерами, управляемым через спутник и способным делать 600 выстрелов в минуту, пишет New York Times. Всю эту машину смерти весом около тонны разобрали на мелкие детали, переправили в Иран контрабандой и тайно собрали заново. Робота-снайпера поместили в кузов пикапа Nissan Zamyat, широко распространенного в Иране. Кроме того, в автомобиль встроили несколько камер для контроля обстановки на месте из командного пункта, а внутри машину начинили взрывчаткой для ее уничтожения после завершения операции. По данным газеты, автомобиль с оружием был припаркован у обочины дороги, по которой ехала машина с ученым, а в нужный момент по транспорту с Фахризаде была произведена стрельба. Фахризаде атаковали близ столицы Тегерана, когда он в сопровождении трех автомобилей охраны ехал за рулем своей машины вместе с женой. Они направлялись из своего загородного дома на Каспийском море в дом в Абсарде, деревушке к востоку от столицы, где планировали провести выходные. Спецслужба Ирана предупредила его о возможном заговоре с целью убийства, но ученый лишь отмахнулся. Как пишет издание, неожиданно напасть на ядерщика можно было только на дороге во время движения в машине. За последние годы израильтяне уничтожили 16 иранских ядерщиков с помощью внезапных атак мотоциклистов на ближних дистанциях, подрывов управляемыми бомбами и отравлений. Но охрана Фахризаде в людных местах была эффективной, и такой сценарий с ним исключался. Именно поэтому выбор пал на организацию операции с использованием робота-пулемета. Готовить убийство Фахризаде, как пишет New York Times, начали после серии встреч в 2019-2020 годах между израильскими официальными лицами во главе с директором Моссада Йоси Коэном и высокопоставленными американскими чиновниками, включая президента Трампа и госсекретаря Помпео. Это было обязательным условием, так как любые действия Израиля против Ирана, которые могли привести к войне, должны были согласовываться с американцами. Причем в данном случае, по информации New York Times, согласование убийства прошло на самом высоком уровне, то есть лично с Дональдом Трампом.
Только подумайте, какой вой царил бы на болотах мировых либеральных СМИ, если бы нечто подобное стало известно о Путине, Си или, к примеру, аятолле Хаменеи. А здесь тишина. Как будто так и надо. Эта картинка прекрасно иллюстрирует то, в какой сфере либеральные притязания на мировую гегемонию еще наиболее сильны и опасны. Это сфера пропаганды и СМИ. Сегодня американская либеральная империя держится в первую очередь не на штыках и авианосцах, и даже не на статусе доллара как резервной валюты, а на мировой пропагандистской сети либеральных медиа. Возможность формировать общественное мнение на добром куске земного шара – это огромный капитал, пусть и не всегда осязаемый. Ну а сейчас с нами на связи Аурак Рамдан, основатель портала «Дипломатические комментарии». Здравствуйте, господин Рамдан. Здравствуйте, господин Данил. Ну что ж, вот стали известны подробности убийства Мухсена Фахризаде. В принципе, никто и не сомневался, что его убила израильская разведка. Ну, правда, конечно, история с вот этим вот роботом-пулеметом очень пикантна, что называется такой технопанк, какой-то флер технологичности придает всей этой истории. Но тем не менее, вот то, что в «Нью-Йорк Таймс» написали, что убийство Фахризаде было согласовано на самом высоком уровне, то есть лично Дональдом Трампом. Как это может отразиться на мировой политике? Почему эту историю не тиражируют сейчас по всему миру, так скажем, как тиражировали историю со Скрипалями, с Литвиненко и тому подобное? Прежде всего, вы все описали в своем вступительном слове о том, что пропагандистская машина либерального толка, она очень развернута и обладает мощью. Да, так есть. Почему не... Это все зависит от того, как именно тот полюс или тот лагерь будет реагировать и как будет отвечать в информационном поле. Реакции есть, сейчас есть много передач, я и сам наблюдаю, смотрю на арабских версиях, на французских, фарси и других, где уже осуждают действия Вашингтона в лице Трампа, который лично дал санкцию на ликвидацию ядерщика иранского. И тогда было известно, что не без помощи Соединенных Штатов Америки израильтяне не могли развернуть вот такую высокотехнологичную спецоперацию с использованием спутниковой связи, с использованием агентуры на Земле, потому что для того, чтобы собрать такую махину, нужна серьезная логистика и нужна серьезная агентура внутри Ирана. Иран находится, есть дипломатические представительства, значит, есть покрытие дипломатическое для разного рода подготовительных работ и для того, чтобы собрать весь этот материал, нужна, естественно, рука Вашингтона, Госдеп. А израильтяне самостоятельно не могли бы осуществить эту серьезную операцию, не, значит, привлекая к этой работе, естественно, своего партнера главного. Это Белый дом, это Пентагон, это ЦРУ. Естественно, ликвидация, она была одной из тех звеньев большой цепи, там, кстати, в Ираке ликвидирован глава корпуса стражи иранской революции Касими, и многих, вы упомянули о ликвидации множества ядерщиков, специалистов, плеяды ученых, ядерщиков и серьезных профильных специалистов по ядерной программе Ирана. Это было известно тегеранской спецслужбе еще тогда, когда был осуществлен этот теракт или это преступление в отношении Мохсена Фахризаде, иранского ядерщика. Вся эта информация была известна иранской стороне. Но в какой подробности, конечно, вопрос времени. Но не без помощи Трампа этого бы не осуществилось. Израильтяне самостоятельно не могли бы ничего делать. Как политически, так и технологически. Ну вот с момента убийства Фахризаде прошел уже почти год. В ноябре его убили,
Вот скоро будет год. И как, по-вашему, отвечает на такой вопиющий акт, ну, скажем, действия разведок на своей территории Иран? Понятно, что, наверное, он как-то пытается зачищать израильскую агентуру, которая в этом была замешана, американскую агентуру. Но предпринимает ли он какие-то ответные действия, скажем, по тем же израильтянам или по американцам? Вот что вам известно об этом? Что пишет, кстати, арабская пресса, ближневосточная пресса по этому поводу? Понятно, что они, наверное, сейчас, ну, как-то реагируют достаточно бурно, но вот, может быть, там всплывают какие-то интересные подробности, которых у нас здесь нет. Отвечая на ваш вопрос, я скажу прямо. Значит, была война с танкерной, ну, как вы знаете, там Иран обвиняли в том, что он причастен к нескольким там операциям против танкеров, которые связаны с бизнесом Израиля в Аравийском проливе. Есть работа по усилению безопасности своих объектов ядерных. Несмотря на это, есть попытка израильтян, естественно, в координации с американцами, чтобы остановить или тормозить процесс обогащения, хотя он уже достиг тех критических величин, что обязательно Иран обзаведется своей ядерной бомбой. Это вопрос времени. Никак никто не может остановить этот процесс. Но самое главное – это маневр Ирана в геополитике. Вступление Ирана в ШОС, кстати, было об этом заявлено в Душанбе, это самый серьезный ответ всем маневрам и всем этим танцам Вашингтона со своими союзниками в регионе. Кстати, союзниками имеется в виду только Израиль, но и ряд арабских стран, которые уже вовлечены в такую игру под названием нормализации отношений. Вот когда Иран станет полюсом или одним из тех конструкции в противостоянии американской доктрине в регионе, вот это будет серьезным ответом для Израиля и для Ирана. Несмотря на то, что Израиль ищет какие-то компромиссные конструкции в дипломатическом и военно-техническом плане, как с Китаем, так с Россией, по сирийской теме, по другим вопросам, несмотря на это, но вступление Ирана в ШОС это даст возможность для того, чтобы была диверсификация своей безопасности как продовольственной, как научно-технической и собственной, национальной. Вот ответ. Этот ответ очень болезненный для США. Почему? Потому что они уже понимают, что придет время, когда они станут не гегемония, они будут на вторых ролях, это обязательно. Уже 35, значит, через каких-то 40 лет уже не будет США с таким весом геополитическим. Выступает Китай, будет Россия, кстати, расти, будут другие полосы более серьезные. И Иран уже нашел своих партнеров и будет расти как политически, экономически и технологически. Вот будет ответ как Израилю, так и США. Мир меняется. Там очень удельный вес как ВВП, так и ресурсов. Все находится именно в Азии, там, где сейчас происходят события. Вот это, кстати, почему именно сейчас США и Великобритания, и Австралия выстраивают некий какой-то механизм противовес Китаю, это ОКУС, который, кстати, об этом много было сказано. Это, кстати, ничего не поменяет. Почему? Потому что инерция экономическая, рост и мощь политической воли, которую сейчас мы наблюдали в Душанбе, это серьезный ответ, серьезный, мощный такой механизм для противостояния уже НАТО, американской доктрине, несмотря на те заявления, которые мы слышим от американских и их партнеров в Европейском Союзе. Уже после боя кулаками не машут, как говорят в русской пословице. Но сейчас очередь за мелкими государствами, куда, какой гавань, значит, плыв. Естественно, сейчас даже на уровне африканских государств, я говорю, например, на уровне Алжира, уже полностью перестраивается в сторону Китая
и России, как вооружение, как продовольственной безопасности и даже инфраструктурные проекты. Поэтому в этом плане даже вопрос даже европейцев уже в другую сторону. Видим, например, газовая тема полностью она переключила все реле, рычаги, которые были связаны с американской доктриной, переключаются уже в сторону российской и китайской стороны. Хотя есть вассали американцев, которые в Восточной Европе, некоторых постсоветских пространств до сих пор шатаются и не учатся урокам истории. Вот надо смотреть, как Иран себя ведет, и, наверное, вести себя таким образом. Тогда можно говорить о какой-то безопасности. Именно сейчас Иран показывает мастер-класс тем странам, которые еще не определились своей геополитической ориентацией. Я надеюсь, что это будет им видно, когда уже народные массы их будут толкать уже снизу, их будут выталкивать уже на обочине истории. Ну, понимаете, о чем я. Ну вот применительно к Ирану еще один вопрос, который возникает, касается так называемого возобновления иранской ядерной сделки. Всего несколько месяцев назад, в первые месяцы президентства Байдена, эта тема очень активно обсуждалась в СМИ, что вот Байден может вернуться к ядерной сделке. Не кажется ли вам, что подобные публикации в ведущих американских СМИ, они еще отдаляют возможность достижения подобного компромисса? То есть иранская сторона после таких фактически открытых признаний американцев в убийстве их физика, ну, не станет идти на новую ядерную сделку? Ну, вопрос ядерной сделки и согласования этого документа с Западом, это уже проблема США и их партнеров, а не Ирана. У Ирана есть уже, как говорится, альтернативный путь, альтернативный алгоритм действий. Сейчас США будет делать все возможное для того, чтобы привлечь Иран в орбиту своих, как говорится, интересов, облегчив задачу по иранской программе, по другим инвестиционным и размораживанию активов каких-то в международной банковской системе и вопросу кредитования и так далее. Это вопрос уже американцев, а не иранцев. Иранцы могут спокойно интегрироваться в уже новый мировой порядок, который сейчас строится возле Китая и России. А если американцам хочется как-то уменьшить действия Китая и России в отношении иранской проблемы или иранского экономического и политического плана, так что они будут уступать дату уступки для того, чтобы решить вопросы ядерной программы. Иран так или иначе будет продолжать развивать свою ядерную программу, уже, наверное, не только мирную, но и военно-оборонительную. Так что в этом плане это вопрос американцев, а не иранцев. Ну что ж, на этом я благодарю вас за беседу. Спасибо. В гостях у международной панорамы был Аурак Рамдан, основатель портала «Дипломатические комментарии». Ну а в Европе, спустя месяц после бесславного конца американского военного присутствия в Афганистане, заговорили о новом миграционном кризисе. Как пишет CNN, 4 человека погибли на границе Польши с Белоруссией в последние дни на фоне обвинений в том, что белорусское правительство направляет мигрантов к восточной границе Европейского Союза в ответ на западные санкции. По заявлению польских властей, 3 человека были найдены мертвыми на польской стороне границы после переохлаждения. 4-й человек был найден мертвым в Беларуси, в 1 метре от границы, сообщает белорусское государственное информационное агентство БелТА. В последние недели все больше мигрантов незаконно пересекают границы Польши из Беларуси. По данным польского министерства внутренних дел, только в августе 3000 человек, многие из Афганистана и Ирака, попытались нелегально въехать в Польшу. На пресс-конференции в понедельник министр внутренних дел Польши Мариуш Камински заявил, что одной из жертв, обнаруженных в воскресенье, был гражданин Ирака, который скончался недалеко от литовской границы в поселке Фруцки в Польше.
Каминский сказал, что гражданин Ирака и две другие жертвы, найденные в Польше, были доставлены к польской границе белорусскими пограничниками, прежде чем польские пограничные власти заявили им, что их пересечение было незаконным. Польша не впервые обвиняет Беларусь в отправке мигрантов на свою границу. В августовском совместном заявлении премьер-министры Польши, Латвии и Литвы, которые также граничат с Беларусью, обвинили президента Александра Лукашенко в систематической организации продолжающегося кризиса с беженцами, незаконном направлении беженцев и мигрантов к внешней границе ЕС, который они охарактеризовали как гибридную атаку против всего блока. Лидеры заявили, что они примут всех беженцев, пересекающих границу, но потребуют от ЕС возможных новых ограничительных мер для предотвращения дальнейшей нелегальной иммиграции. Тем не менее, Польша в Европе подвергается резкой критике за свое отношение к мигрантам. В стране начали строить забор из колючей проволоки, чтобы ограничить нелегальную миграцию, а президент Польши Анджей Дуда в начале сентября объявил 30-дневное чрезвычайное положение на участке границы с Беларусью. Столь жесткое отношение к нежелательным гостям из южных стран раздражает брюссельскую бюрократию, так как идет вразрез с догмами либеральной идеологии. Комментируя эту ситуацию, в голове все время крутится фраза «за что боролись, на то и напоролись». Именно она как нельзя лучше подходит для описания причин нового миграционного кризиса в Польше и Прибалтике. Если бы эти страны не пытались в прошлом году организовать государственный переворот в соседней Беларуси, режим Лукашенко стал бы их стеной на пути орд афганских беженцев. Однако в Варшаве и Вильнюсе решили проявить геополитические амбиции, в результате чего получили проблемы на границе и новый повод для осуждения со стороны либеральной евробюрократии. А на этом наша передача подошла к концу. С вами была «Международная панорама» и я, Даниил Богатырев. До новых встреч на канале КРТ.